Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре будет колонка Hopstar A20, бас-спикер. Довольно-таки популярная нынче колонка. И знаете, что меня больше всего заинтриговало и заинтересовало? Это 55 Вт. Производитель говорит, что здесь 55 Вт. Хотя многие взрослые люди, которые знают, что такое колонка S90, у которой паспортная мощность 35 Вт, номинал и максималка 90 Вт, вот, сразу поймут, что здесь нет 55 Вт. Даже если производитель указал 55 Вт, это все Филькина грамота. Возьмем колонку Merende MR108. Там на наклейке не всегда, не все колонки идут с такой информацией, но некоторые партии приходят, и прямо на наклейке написано 50 Вт. Но если ту колонку включить, это потеряется где-то там сзади далеко и еле будет слышно. Да, она басит, она крутая колонка для своих размеров, для своего класса. Она реально офигенная колонка. Но 55 Вт там отродясь не было и не будет. Даже если там какими-то замерами микрофоны специально подключать, это все хуйня, извините за выражение, потому что у меня динамик в машине на 22 Вт. Вот. Вернее, выход на динамик 22-25 Вт. А хоть и на упаковке написано 100 Вт на один канал, но по факту там 22-25 Вт. Так тот динамик перекричит эту колонку, нехер делать. Так вот, почему я еще хочу сделать небольшое такое опровержение той информации, которую доносят до нас ребята-блогеры и тем самым вводят в заблуждение некоторых пользователей Авито, там, Ютуба и так далее, Юла. В общем, некоторые ребята верят блогерам, которые прям заточены под эту работу, да, там говорят, что эта колонка бомба, она там типа там с JBL-ем Partybox может подтягаться и так далее. Да ни хрена она не может подтягаться. JBL Partybox — это JBL Partybox. Колонка 27 тысяч и 5 тысяч, или там у кого какая цена, ну там 4,5, 5 тысяч и так далее. Против 27-25 тысяч. Ну, небо и земля. Можно 5 таких купить по стоимости одной JBL Partybox 300, допустим. Но не это важно. Важно то, что я распаковал 3 коробки. Вот у меня здесь 2. Одну я только что продал. Но при распаковке я обнаружил вот такую вот бумажку на русском языке. Там точно такая же есть. Написано руководство пользователя. Но есть один нюанс. Вот на этой бумаге написано А20, а на русскоязычной бумажке не написано А20. Дальше пробежимся по характеристикам. Вот я не знаю, каким образом они запечатаны были. Там пломба такая, пленка круглая. В общем, запломбированы были. Это не просто так вот кто-то перепутал и закинул такую брошюрку. Вот, смотрите, начнем по характеристикам. Так, смотрите, 10 метров дальность передачи Bluetooth, выходная мощность 8 ватт на 2 канала, плюс 15 ватт, продолжительность 4 часа проигрывания, да? А дальше в герцах смотрим, понятно, в размерах 66 и 66, ну то есть совпадает у нас, но здесь уже не совпадает по мощности аккумулятора, 4400 миллиампер, а здесь у нас уже 6000 миллиампер, по зарядке 5,2
5,2. Но и по мощности здесь уже не совпадает, потому что здесь указано меньше, а на китайской инструкции брошюрки, сейчас попробуем сфокусировать, 2 по 10 плюс 35 ватт. Ну, блин, это херня, нет здесь 55 ватт, ну, будем реалистами. Вот, ну, я хочу вам продемонстрировать расстояние работы, да, ну, где будет слышно эту колонку. Сейчас я включу музыку, так. Сейчас, секунду. Ну, я, в общем, погнал далеко, попробую отойти. Играют две колонки. Что, погнали? Сейчас. Сейчас заодно проверим дальность работы Bluetooth. Ну вот, я вроде как отошел, ну, метров 5, да? Там вроде 10 указано. Идем. Ориентировочно уже прошел метров, ну, наверное, 12, а то и больше. Ну что, пробуем? Работает. Прибавляем. Еще. Раз, два, три. Оп. Ну, где-то метров 15, да, 12 метров ориентировочно я прошел. Но я думаю, что даже больше, чем 15 метров я от колонок. Так, положим телефон сюда, чтобы Bluetooth работал. Ага. Вот, на земле уже не работает. Поднимаем телефон. Оп, работает. Короче, проблема в том, что здесь по Bluetooth, а не через флешку, и получается, что я не могу далеко отойти. Ладно. Так. Интернет, кстати, напомню, что у меня здесь покрытие говнище полное. Так, вот кладу на землю, и все, и вырубается Bluetooth. Не подготовлен. Так, ладно, еще пройдем. Пока играет. Нихера, еще играет. Вот, я отошел еще. Интересно, вы слышите? Я лично слышу. Нихрена, я отошел. Bluetooth еще работает. Вот он играет. Вот я выключил. Включаю. Все, начинает теряться. Блин, еще пару метров. В общем, если бы играла только одна колонка, было бы тише. Естественно, что в два раза тише. Ну что, поехали. Будем считать шаги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 шага. Будем считать, что 50 метров. То есть колонка, в принципе, по Bluetooth не 10 метров на открытой местности, а 50 метров дала.
Ну, то есть выдерживает Bluetooth с айфона. Вот, ну не знаю, у кого какой будет Bluetooth на телефоне, то есть мощный или слабый, но с iPhone 7 Plus выдерживает, получается, 53 шага, ну, 50 метров будем считать. Вот, по громкости, наверняка вы слышали колонку на расстоянии в 53 шага. Вот. Она... Как уже многие другие блогеры говорили, что там имеет влагозащиту, коннектится между собой две колонки, читает флешки, там мощность, я не подтверждаю мощность 55 ватт, но не может она 55 ватт херачить, вот. Ну, может быть, это потребляемая мощность 55 ватт, потребление. Но выдача в динамиках, ну, бля, ну не может она иметь это. Не такие они уж и громкие, как может показаться. Кто-то мне там, ну как кто-то, был паренек, он писал, что, блин, там в квартире, в комнате там аж все дребезжит. Но, походу, парень не слушал настоящего звука, настоящего баса, чтобы понять, что... А20, она не дребезжит, она, ну, не выворачивает внутренности так, как вот ему показалось. Бумбокс один из лучших по звуку. Ну, за счет своих размеров, за счет своего качества сборки. Но это не предел мечтаний. К покупке рекомендую. 5000 это небольшие деньги за такую колонку, за такой звук. Реально небольшие. Я встречал колонки просто в какашку, никакущие колонки, и они стоят там по 3-4 тысячи. Но они рядом не стоят с Hopstar A20. Так что, ребята, это мое мнение. Вы как хотите, пишите в комментариях, ставьте дизлайки, делайте что хотите. Но мне есть чем сравнивать. Я в этой сфере давно работаю, уже 6-й год пошел. Конкретно по китайским колонкам. И мой канал не заточен под рекламу. Мой канал заточен под рассказ по этим колонкам. Все, что я вижу, что сравниваю, я считаю нужным показать вам. Вы должны знать правду, что половина ребят, которые сняли обзоры со всякими спецэффектами, они это делали для рекламы. Видимо, им что-то падает с этого. А мне падают деньги с продаж. Если я буду продавать эту модель, то я буду получать чисто сам показал, сам получу деньги, да? А не буду получать от производителя. Мне за это не платят, за рекламу не платят, монетизации у меня нет. Вот, поэтому имею полное право рассказать то, что считаю нужным, и то, что я знаю по этой колонке, то, что вижу. В общем, ребят, всем хорошего настроения, не злитесь. И товарищи, которые любят дизлайки ставить, я вас жду, ставьте дизлайки, пишите комментарии. Только не говорите, что я чего-то не знаю, а вы знаете больше меня. Потому что я не говорю вам о том, что я знаю больше о вашей работе, чем вы знаете сами. В общем, я далеко пошел. Всего доброго и хорошего настроения. Всем пока.